Жареные лепешки с сыром и зеленью. Простое, вкусное и легкое в приготовлении блюдо, которое придется по вкусу всей семьи. Берем кефир или мацони. Кладем в глубокую миску. Добавляем сахар, соль и соду. Перемешиваем венчиком до растворения сахара. Постепенно добавляем муки и вымешиваем тесто. Продолжаем вымешивать тесто руками. Вот такое тесто получается. Не липнет к рукам. Накрываем пакетом и даем отдохнуть 10-15 минут. Пока тесто отдыхает, готовим начинку. В глубокую миску добавляем творог, тертый сыр. Все это перемешиваем. Мелко нарезаем лук и молодой чеснок. Добавляем к творожной массе.
Нашу начинку солим и перчим. Все хорошо перемешиваем. Разделяем тесто на несколько частей. Раскатываем тесто в лепешки. Раскладываем начинку по лепешкам. Собираем края, как на хинкали.
руками или скалкой аккуратно раскатываем тесто в лепешку. Жарим лепешку на горячей сковороде, без масла. Переворачиваем. По желанию смазываем сливочным маслом. Нежные лепешки или по-другому ленивые хачапури идеально подойдут на завтрак в качестве перекуса или как дополнение к первым блюдам вместо хлеба. К тому же этот рецепт подойдет людям, которые следят за своей фигурой. Ну вот, лепешки готовы. Складываем друг на друга и подаем к столу. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!